Всем привет, это «Гороскопы», и я Главицкая, и я скажу, каким будет ваш день. Овен. В этот день вам представится возможность блеснуть в каком-то обществе своей эрудицией. Телец. Этот день будет максимально благоприятным для любви и романтических встреч. Близнецы. Ваши помыслы будут устремлены к наведению уюта в вашем доме. Рак. Удача ходит в этот день по соседним коридорам вашего благополучия. Лев. Вам предоставится удачная возможность хорошо заработать благодаря вашим родственникам. Дева. Действенными будут шаги, которые вы предпримете в карьерном плане для того, чтобы обрести новых покровителей. Весы. Желание взять слишком много барьеров в отношениях с близкими людьми не закончится благополучно. Скорпион. На вас будут пытаться оказать влияние и использовать в своих собственных корыстных целях. Стрелец. Кто-то попробует вас в этот день загрузить своими проблемами, и все начнется с малого. Козерог. Ваши жизненные обстоятельства и желания в этот день будут легко находить общий язык. Водолей. Вы активнее прежнего включитесь в гонку по зарабатыванию денег. Рыбы. Особенно осторожны в этот день будьте в быту и избегайте соприкосновения с острыми предметами. Это были гороскопы. Я Главицкая. До встречи. Yeah.